Оперуполномоченными уголовного розыска Главного управления МВД России по Красноярскому краю совместно с коллегами из межмуниципальных отделов МВД России Ачинский и Назаровский при участии Росгвардии были задержаны 5 мужчин и женщина по подозрению в совершении серии краж. Было установлено, что злоумышленники, 4 из которых являются родственниками, тайно похищали у жителей Красноярского края снегоходы и домашний скот. В ночное время они проникали на придомовые территории и при помощи специальных инструментов вскрывали гаражи и загоны для животных. Похищенных коров и лошадей забивали, а мясо реализовывали скупщикам. Суммарный ущерб, причиненный гражданам, превысил 2 миллиона рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые установлены и задержаны нашими сотрудниками. При обысках по местам проживания задержанных изъято 5 единиц незарегистрированного оружия, патроны, гладкоствольные ружья и винтовка, а также инструменты, предположительно использованные при совершении преступлений. Также были обнаружены 3 похищенных снегохода. Следственными органами полиции возбуждены уголовные дела по статье 158 и 222 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении фигурантов судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств их противоправной деятельности.